С визитом в Казанский федеральный университет из Казахстана прибыла делегация университета Назарбаева. Гостей встречал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В составе делегации вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Кадиша Даирова и старший менеджер департамента по приему Гульден Шакатова. По традиции визит начался с экскурсии по музею истории КФУ. Далее состоялась презентация Казанского федерального университета. Очень дорогостоящие такие проекты, это значит, мы производим катализаторы сами со снежинками, с нефтехимами, потом продаем по свободном рынке, и плюс фармацевтические средства. На встрече стороны договорились о посещении преподавателями КФУ университета Назарбаева для обмена опытом и методиками. Мы задуманы быть именно опытом и сотрудничать. Поэтому, как вы уже поощрили, вы есть много. Мы могли бы определить начало определенное направление, не растекаться по древу и именно завязать специалистов. Также в рамках визита делегация посетила Институт физики, Химический институт и Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.